Его ждали и взрослые дети, и это того стоило. Детский сад будущего под названием «Пирамидка» стал яркой территорией детства для 160 малышей Татищева, а для взрослых, по мнению главы района Павла Суркова, настоящим боевым крещением. Еще год назад на этом месте был пустырь, а за время строительства сменилось 18 подрядчиков. Дизайнеры не раз улучшали проект, стараясь учесть все мелочи. Кстати, не то что это вот дворец, это целая страна. И сейчас на воспитателях и заведующих садиком лежит глобальная ответственность. Вот строители, мы сделали все для того, чтобы детям было здесь комфортно. А вы сделаете все, чтобы из этих детей получились нормальные, порядочные, любящие свою родину люди. Вот это ваша задача. Не обязательно и не всегда можно быть грамотным, но порядочным, человечным быть нужно обязательно. Познавать мир и расти в этих стенах одно удовольствие. В распоряжении детворы яркие игровые комнаты, уютные спальни, музыкальные и спортивные залы. Особая гордость маленьких воспитанников – театральная студия, на репетиции которой мы побывали. Дай-ка, серенький, сиди, и ушами шевели, принадлежа большой. Маленькая Ульяна Киселева придет сюда весной. С нетерпением ждали открытия садика, говорит мама Алена. И даже не думали, что так повезет. Тут все новое, очень много игрушек, все так ярко, красиво. И, конечно, мы очень рады, что наш ребенок пойдет в новый сад. Мы живем тут рядом, поэтому нам очень повезло. 160 маленьких непосед спешат по утрам в уже любимую пирамидку. Садик уникален еще и тем, что принимает малышей с 2 месяцев. Даже в Саратове, по мнению заведующей Ларисы Николаевой, групп для таких крох не найти. Здесь с ними будут развиваться, играть с ними, воспитывать. Они будут познавать мир в самых ярких красках. Своим индивидуальным дизайном, точными линиями и яркими красками детский сад полностью оправдывает свое название «Пирамидка». Такого детского сада очень не хватало малышам и их родителям. Теперь он есть, и спустя всего 2 недели работы маленькие жители Татищева могут смело сказать: «Я люблю пирамидку».